Коту Василию 5 лет. Его подобрали на улице с мочекаменной болезнью. В приюте его вылечили, сделали прививки и пристроили в новый дом. Через некоторое время больного кота обнаружили на территории озера Протяжного. У него обострились проблемы с печенью и почками. Волонтеры сразу узнали Васю и снова его приютили. Сейчас он полностью здоров, вакцинирован, чипирован, стерилизован. Сейчас он полностью здоров, у него нет никаких проблем. Безумно ласковый, безумно вообще тянется к людям. На него все смотрят, он очень обаятельный, наш самый любимый кот. А вот кот Герман и кошка Гермиона приехали в приют совсем недавно. Волонтеры нашли их в подвале. Котам всего по году. Они прошли вакцинацию, стерилизацию и чипирование. К ласке малыши еще не привыкли, но как только они попадут домой, то мурчание и любовь от них гарантирована. Котики очень красивые, очень такие характерные, но пока очень сильно напуганные, шустрые. Мы не знаем, что они пережили на улице, и если их захотят забрать домой, нужно будет очень много времени на адаптацию. Особенно вот с Рыжиком, потому что он очень такой пугливый, зашуганный. Он не дает прикоснуться к себе, но если дать ему много времени, не трогать его, чтобы он привыкал, не особо не лезть к нему, то котик со временем может стать домашним. А вот Гермиона уже почти адаптировалась, дается гладиться и мурлыкает при любой возможности. Забрать к себе пушистого друга можно в приюте Мурдом. По всем вопросам обращайтесь по телефону +7 908 762 09 51 или пишите в группу приюта Мурдом ВКонтакте. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.